причащалась, совесть, что хворомит. Автомобиль без крыши все еще очень нужен, только супруг важнее, Господи, дай аминь. Верю в Тебя, Всевышний, в мудрость Твою, в силу. Знаю, сидишь на троне в розовых облаках. Нужен супруг богатый, любящий и красивый. Бедных скупых уродов просьба не предлагать. С неба спустился ангел и уточнил детали. Вашей мечте мужа требуется простор. Если хотите, Аня, чтобы вам быстро дали, знаете, пути Господни — это не Apple Store. Парни, идите телефоны, чтобы размер экрана, всякие там блутузы или 4G. В мире мужчин и женщин нет комплектаций, Анна. Парни неповторимы, в каждом живая жизнь. Можно хотеть героя, можно хотеть красавца, принцы. Довольно редкие, впрочем, и принцы есть. Но никаких гарантий, что не начнут кусаться. В ком-то сильна гордыня, в ком-то простая спесь. Ангел! Сказала Аня. Речь о семейном счастье. Если не будет счастья, сразу скажу развод. Ради обычных смертных стоит ли причащаться? Трижды я причащалась, селфи причастие. Вот. Я в обращении к Богу в точности указала, кто мне по жизни нужен и за кого пойду. Я же не ем мучного, не выхожу из зала. Разве не очевидно, я дорогой продукт? Столько несчастных женщин в мире ревет и стонет. Главное ведь не замуж. За кого и как? Я изучила рынок. Знаю, чего достойна. Внешне совершенно, внутренне глубока. Ангел сказал, понятно. Стало быть, все и сразу. Будет вам идеальный муж голубых кровей. Дайте одну минуту, я обновляю базу. Запоминайте номер очереди своей. Можно набить на теле, можно на камне высечь. Главное, не забудьте, не повторю опять, номер... 100 118 084. Ой, извините, 5. Номер 100 118 085. Ваш номер, Анна! Посвящается всем Анна планете Земля, кроме вас, Анна.